Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcom. На Ладу Ниву Легенд установили головное устройство на базе Android от компании Canbox. Модель H-Line, диагональ экрана 9 дюймов. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем. Рамка с такой фактурой. Очень схожа с штатной фактурой, поэтому все выглядит максимально аккуратно. Единственный нюанс здесь у нас идет по кнопке аварийки, но она функциональная, нажимается нормально. Все остальные клавиши также функционируют, управление климатом. С подсветкой адаптировали, при переключении габаритов автоматически регулируется яркость, включается подсветка сенсорных клавиш. Яркость также можно регулировать вручную и настраивать цвет данных кнопок. В данной комплектации магнитолы у нас идут физический регулятор громкости, и при нажатии быстро можно отключить звук. При удержании магнитола отключается, если 3 секунды подержать. И также есть сенсорные кнопки быстрого возврата на домашний экран, кнопка назад, быстрый доступ к радио и к музыкальному плееру. Данная вариация на автомобиле очень удобна, потому что здесь нету кнопок на руле. То есть можно выбрать вариацию магнитолы либо с физическими клавишами управления громкостью, либо же можно еще также установить кнопки нештатные на оба руля. Бардачок вводится USB-порта и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его со своего мобильного устройства. А в USB-порты подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. Магнитола работает на полноценной Android-системе, поэтому вы здесь получаете все современные мультимедийные возможности, чего не было, конечно, изначально в автомобиле. Все работает очень быстро, плавно. Достаточно удобно всем пользоваться, можно скачать любое приложение из Play Market, а самые популярные здесь уже предустановлены: YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи, возможность подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Функция разделения экрана также доступна, где можно одновременно запускать два приложения, например, какое-нибудь музыкальное приложение Яндекс.Навигатор, чтобы следить за маршрутом, или же можно включить, например, YouTube и Яндекс.Навигатор и множество других вариаций. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Например, на данный автомобиль можно установить камеру заднего вида, камеры кругового обзора, кнопки на руль и множество других оснащений. Также различные варианты мультимедиа с различными характеристиками, диагоналями экрана и ценами. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплаты, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!